Вопрос очень хороший, но он меня, конечно, все время поражает. Вообще есть специалисты, которые занимаются тем, что они выявляют заболевания и лечат их. И есть заболевание какое-то или его нет, решают специалисты. И вот специалисты во всем мире собрались, есть Всемирная организация здравоохранения, и она постановила, что существует такое заболевание, как депрессия. Более того, депрессия бывает самой разной. Она бывает эндогенной, например. И в этом случае вы все время будете бороться всю жизнь с депрессией и будете принимать эти депрессанты. И это нормально, потому что если у вас такое генетическое нарушение, которое приводит к формированию депрессии, нужно иметь постоянные инструменты и готовность с ней справляться. При этом депрессия может быть реактивной, то есть это может быть реакция на какие-то события, например, смерть близкого человека или послеродовая депрессия, которая возникает у женщин после родов, соответственно. Это сильное стрессовое событие, которое изменяет ситуацию в организме из-за вот этого выраженного стресса, и дальше он долго не может восстановиться до нормального состояния, если не использовать, конечно, соответствующий инструментарий медицинский. Это и лекарственные препараты, и психотерапия. Ну и, наконец, депрессия бывает, то, что называется невротическая депрессия, которая накапливается потихонечку, постепенно, и с ней можно справиться как бы полностью и навсегда. Но для этого действительно нужно будет провести внутреннюю работу для того, чтобы понять, какие внутренние пружины привели к тому, что у вас эта депрессия организовалась. И пружины не биохимические, как в случае эндогенной депрессии, да, когда у вас нарушается обмен нейромедиаторов по генетическим причинам, да, а психологические комплексы какие-то у вас там один за другой зацепился, понимаете, эта шестеренка наехала на этот подшипник и слетела с катушек. И вот надо все это там починить, и, соответственно, будете после этого чувствовать себя веселыми, счастливыми, без депрессии. Ну, у депрессии есть целый ряд симптомов, я их могу вам их сейчас называть, но на самом деле это будет не очень корректно, потому что до тех пор, пока вы в клинике, в клинической практике не увидели, как реагируют пациенты с разными видами депрессии, да, на коммуникацию, на взаимодействие, как они себя ведут, вы не сможете просто по моей наводке, что называется, определять. Но если у нас тяжелый депрессивный больной, то он вообще будет лежать заторможенным, так сказать, смотреть в потолок, а то и в стену, понимаете, вы будете пытаться с ним как-то коммуницировать, эта коммуникация будет просто из ряда вон, в общем, никуда не годящийся и так далее. Вот. Тут вы уже сложно не заметить, что с человеком что-то совсем не так, но это вот только при таких очень тяжелых депрессиях с генетическим эффектом. Вот. Кстати, даже такие депрессивные состояния лечат не только, чтобы вы понимали, что она есть, эта депрессия, не только психотерапией, не только медикаментозным лечением, но еще и электросудорожной терапией, понимаете? Потому что иногда такая депрессия бывает, что человек вообще вот реально пластом и никак не реагирует. Если говорить про такие психологические проявления, то я бы ориентировался на то, что называется классическая триада Бека. Это основатель когнитивной психотерапии Арон Бек, и он сформулировал, значит, вот три рода мыслей, которые возникают у депрессивного больного. И если они у вас промелькивают внутри вашей умственной жвачки, то я бы тут встревожился. Значит, первая часть из этой триады – это мысли о том, что все плохо. Вот человек, все плохо, и это плохо, и это плохо, и это плохо. Если все плохо, значит, звоночек. Второе. Если он начинает самоуничижаться, он говорит, я никуда не гожусь, у меня ничего не получится, я уже ни с чем не справлюсь, я старый, некрасивый, там, и так далее. Вот когда начинается самоуничижение, это внутреннее. И третья составляющая – это отсутствие образа будущего. Сейчас у нас, правда, у всех отсутствие образа будущего. В этом смысле мы все немножко, так сказать, депрессивные. Вот. Но человек с депрессией уже выраженный, он действительно считает, что ну, вот будущего нет. Он его себе не может вообще, даже если бы хотел, не может представить, не хочет представлять. Вот нет будущего.
Вот если эти три рода мыслей у вас есть, то тут нам надо бить в колокол, стучать в рынду и спасаться всеми возможными средствами, потому что депрессия — это то, что разрушает вас, разрушает вашу жизнь, разрушает ваши отношения с другими людьми, потому что очень тяжело, когда у вас там рядом близкий человек страдает депрессией. Он просто, как это говорят, такая, вампирит. Вот. Вампирства нету, а вот с депрессивным больным очень тяжело. Все зависит от того, какая у вас депрессия. Если она реактивная, то велика вероятность, что она сама по себе пройдет. Хотя у нее есть риск всегда перехода в так называемую эту невротическую депрессию. Когда, собственно, депрессивные изменения, которые происходят в мозге, да, а здесь изменения происходят, как я уже сказал, на биохимическом уровне, так и на уровне таком нейрофизиологическом, да, самих нервных реакций. Вот на биохимическом уровне начинается, например, нарушение сна. Вы почему думаете, спите? Что вы по желанию заснули? Нет, у вас просто нейромедиатор, и у вас наступает фаза, когда вырабатываются нейромедиаторы, которые обеспечивают засыпание. Но вот этот же нейромедиатор, мелатонин знаменитый, является разновидностью серотонина. Ну, то есть химическим, как это, другая форма серотонина. И вот когда у вас серотонин, если его недостаток, он отвечает за депрессию. И когда это происходит, то и у вас сон нарушается. Поэтому кто-то заснуть не может, там крутится в кровати, у него тревожно. Кто-то утром просыпается рано, до будильника, там, в 4 часа, в 5 часов от внутреннего толчка с чувством тревоги. Да? Вот. Это уже нарушение биохимическое. Да? И, конечно, самому с такой ситуацией непросто справиться. И часто нужна помощь специалиста, да, и помощь лекарств. Это не значит, что любое депрессивное состояние необходимо лечить антидепрессантами. Но самое главное, что я считаю для нас важно, для каждого нормального человека, который обладает интеллектом и уровнем культуры какой-то определенной, понимать, что у нас всегда есть риск вкатиться в депрессию, если мы не будем знать, как предупредить ее развитие, если мы не будем использовать такие психологические инструменты, которые позволяют нам чувствовать себя по жизни более счастливыми, более уверенными в себе, ощущением вот этой перспективы, внутренних сил там, и так далее. И задача – это, конечно, профилактика депрессии. Вот, потому что сейчас, вот, в нынешних обстоятельствах, я клянусь вам, товарищи, все находятся в состоянии субклинической депрессии. Она просто у кого-то субклиническая, это значит, она еще не болезнь, но капля какая-то там капнет, чаша переполнится, и вы, значит, бодро из субклинического в клинический уровень депрессии перейдете. И вот этого бы хотелось избежать. Потому что бороться с депрессией всегда тяжелее, чем ее предупреждать. Если у вас депрессивное состояние, то первое, что нужно сделать, это... Ну, у нас, к сожалению, к психиатру, к психотерапевту обращаются в самую последнюю очередь. Вот. Но что сделать для того, чтобы убедиться, что вам не надо? Да? Можно прочитать мою книжку про депрессию, например. Там все описано, там есть бланки, можно заполнить, посчитать, там сказать, что у вас депрессия. Значит, дальше можно сделать упражнение. Например, в курсе «Шаг за шагом» мы эти упражнения даем. Да? Сделайте упражнение. И если все это не помогает, то вот поверьте, настало время, когда нужно, так сказать, собираться силами и идти к психотерапевту. Врачу-психотерапевту, человеку, у которого есть специальное медицинское образование, который сможет определить, какой уровень вашей депрессии, какого качества лечения вы требуете.